Я на самом деле, давайте мы несколько просто понятий для того, чтобы вообще говорить о, мы пока о химической зависимости, да? Вот для того, чтобы попробовать разобраться, я считаю, что нам нужно, в общем, главным образом, всего-навсего два понятия. Первое, о чем мы, на мой взгляд, систематически забываем, что есть такой вид Homo sapiens, человек разумный. И это означает, что между нами и любым нашим поведением, любым, лежит некоторый разрыв. Этот разрыв должен заполняться разумом. У нас нет инстинктов в прямом смысле этого слова. Вот если я всегда даже лечил так, удачно, между прочим, я всегда говорю, что я хочу Валю, да, вовсе не означает, что существует некоторый приговор. Я бросаюсь на Валю и ее насилую там, да. Это и есть разрыв разума. Я могу хотеть сколь угодно сильно, но между мной и моим желанием всегда существует разум. Вот об этом просто не надо никогда забывать, когда мы вообще о чем угодно, связанном с человеческими желаниями, любыми, еще раз подчеркиваю, размышляем. Второе, что важно понимать, как мне кажется, это то, что этот разум, да, вот этот разрыв, он вовсе не обязательно является чем-то самостоятельным, поскольку этот разрыв наполняется всякими разными внушениями. Родительскими внушениями, внушениями культуры, рекламы, средств массовой информации, да, то есть то, как мы воспринимаем вообще реальность, это общеизвестный факт, тоже совершенно не секретный, это процесс обусловленный. Вот, собственно, я думаю, что через эти два понятия, в принципе, можно понять абсолютно, через эти два, ну, как бы, принципа, можно понять абсолютно любую зависимость. Требуется, правда, третье понятие, но оно вчера непосредственно было на лекции в этой схеме с банкой, да, это понятие, в принципе, сугубо философское, оно обозначается, как Кантом еще названо, стремлением к трансцендентному, то есть с допущением того, что у человека есть, существует некоторое, кроме привычных нам потребностей, существует еще одна потребность, это потребность расширить пределы, отпущенные нам телом, судьбой, мамой, местом жительства, чем еще. Да, вот всей той обусловленностью, которую мы чувствуем. Вот если вы вот ощущаете эти три понятия, все остальное можно сложить из них. Ну, давайте начнем с алкоголя вообще. Я думаю, что те из вас, кто пил и не понимает, какое удовольствие это доставляют, на самом деле более или менее и имеют непосредственное отношение к алкогольному опьянению. Объясню почему. Вот обратите внимание на очень странную вещь, тоже предельно простую. Ничего сложного здесь нет. Мы все это знаем. Как бы водка в России используется, я не помню всего стихотворения Маршака соответствующего, помните, там, для пьянства есть такие поводы, там, разлуки, проводы, и кончается, и просто пьянство без причин. Знаменитое такое четверостишие. Так вот, водка используется как афродизиак, сексуальный возбудитель. Используется? Используется. Она используется как психостимулятор, когда человек устал, ему надо работать. Она используется как антидепрессант, повышающий человеку настроение.
она используется как депрессант, когда человек слишком возбужден, и ему надо успокоиться. Она используется как снотворная. Многими, несомненно. Она используется как средство от гриппа, от простуды, язвы желудка, рака, от чего еще. Получается примерно следующее. Это панацея. Это тот самый, между прочим, есть такая легенда, это тот самый, вот и есть философский камень, который искали алхимики, но дураки не нашли, надо было в Россию съездить, и тут все бы им, в общем, не объяснили. Может ли простейшее вещество, формулу которого все знают, да, C2H5OH, простейшее на самом деле, да, два углерода и связывающих атомы воды, вызывать все эти эффекты? Это возможно? Как вы думаете? А? Все в голове. Нет, секундочку. Само вещество. Вы себе представляете, сколько фармакологических и наркотических лабораторий работает над тем, чтобы вещество вызывало конкретный эффект на психику? Да, сколько стоят антидепрессанты, афродизиаки, виагра, снотворные и вообще все остальное тоже. И стоит не только по цене, но в том числе и по количеству усилий по поиску этих вот соединений. Да? Давайте скажем так. Я говорю примерно следующее. Мы имеем дело, и поэтому вы не понимаете, что такое, некоторые люди не понимают, что за кайф в опьянении. Мы имеем дело с тем, что в медицине называется плацебо-эффектом. Что такое плацебо-эффект? Знаете, да, врач говорит, что это лекарство, и человек. Более того, на самом деле, я все время рассказываю, много очень рассказывал, что с войны есть такой пятитомник «Итоги деятельности советской медицины в Великой Отечественной войне», такой капитальный. Там есть история про то, как солдатам, в общем, в двух палатах, одним тогда капали спирт. Это был самый легкий способ понизить, убрать отек мозга. И одним солдатам поставили капельницы и сказали, что это спирт, а другим не сказали. И сказали, что это некое экспериментальное лекарство, которое по лебедизу получено из Америки. И те солдаты, которые, значит, знали, что им капают спирт, они гуляли, веселились, к медсестрам приставали. В общем, вели себя как положено. А те солдаты, которые не знали, они, естественно, испытывали необусловленное опьянение, да? И описывали головокружение, трудность эмоционального реагирования, то есть стал тупой, трудности реакции на, как бы, замедление скорости реакции, не только эмоциональных. Да, в общем, не понравилось им это дело, как тем из вас, кто говорит, что не пойму, что за кайф от алкоголя. Вот для того, чтобы понять, что за кайф от алкоголя, мы проходим обучение. Ну, я не знаю, я помню, что меня первый раз в жизни до смерти напоили на проводах, и я блевал в туалете, а вся семья, значит, собралась вокруг и ждала, помру я или не помру, там это ночью было. Но я эту потрясающую историю рассказываю, я тогда, да, то же самое говорил себе, ну сколько мне было лет, там 17, например, чего это люди пьют, не понимаю. Дальше нам начинает культура, родители объяснять, зачем люди пьют. И мы за этим начинаем пить. Это, ну, наверное, первое и главное. Вот здесь вот и важно помнить про этот разрыв между человеческим разумом и химическим веществом. Он заполняется как раз вот этим вот этой обусловленностью, этим коллективным внушением. Она просто в нашей жизни имеет гораздо большее значение, чем мы привыкли об этом думать. Да? Почему вещество было одно,
Ну, вот это очень сложная история, я могу довольно долго рассказывать. Начинается этот рассказ, как правило, с библейского пророка Иова, который, значит, казнил своего сына, увидевшего его в состоянии опьянения. Но общеизвестно, да, не надо так глубоко даже ходить, общеизвестно, что вещество – это сакральное. Оно сакральное везде и всюду, оно сакральное, начиная с его папы Диониса, да, который рассказал людям о таинстве виноградной лозы. Но вот очень важно это понять. Понятие «сакральное вещество» имеет прямое отношение к сакральности. Это вещество, которое участвовало в большинстве религиозных ритуалов, опять же, начиная от дионисийских мистерий и кончая, да, христианским причастием. Поэтому, когда ритуал в культуре уходит или ослабевает, само вот это сакральное вещество начинает иметь отдельное значение. Да? Поскольку вот духовность ушла, а вещество осталось. А разум, разрыв этот, не заполняет. Ну и вообще, мы же с вами дальше придется говорить об особенностях культур по одной простой причине. Проблема заключается в том, что, собственно, да, тут очень много всяких понятий возникает. Ну, например, господа, что такое праздник? Ну вот праздник вообще. Особенный день в году. Ну, да, опять, это интереснейший на самом деле разговор, потому что мы не знаем ответа на этот вопрос. Видите, вот вы сидите и говорите «бе-ме». Когда-то праздник вообще мыслился только как религиозный праздник. А религиозные праздники – это в действительности некоторый момент постоянства времени. Праздники религиозные образуют религиозный год. В строгом смысле этого слова подлинный христианин как бы всегда живет в священном времени. Для него нет лет, там, а время течет по кругу от Рождества к Пасхе и обратно. Да? Это мир Чириада описывал первым этот феномен священного времени, так называемого. Но нам важно, это все тоже очень сложно, нам важно выделить, если вы путаетесь или не успеваете следить, нам важно выделить некоторый фактор постоянства. Вот это постоянство священного года, которое стало нарушаться вообще в начале расколом в России. В первую очередь, поскольку раскол был связан с тем, что были отменены привычные ритуалы этого священного года, вот этих священных праздников. Практически некоторого постоянства национального самоопределения ждет вообще любая традиционная культура. И вот то, что осталось от традиционной культуры, то постоянство, которое было в ней когда-то, даже в эпоху социализма, оно стало выражаться в пьянстве. Человек таким образом, мир менялся, да, как бы падала монархия, случались революции, но праздник и как бы, ну даже у нас сейчас семейный праздник, да, или Новый год, это символ некоторого постоянства. Вот это мы делаем неизменно, да, а вот это вот все меняющаяся реальность. Понятно примерно, о чем я говорю. Мы можем вернуться к алкоголю. Я кратко описываю эту вещь. Я не хочу туда глубоко в философию погружаться, потому что я хочу вам объяснить, что в чем разница между алкоголем и наркотиками.
Разница в том, что это алкоголь, это архаическое средство религиозного ритуала. Я могу объяснить детали, они описаны в книжках. Оно подчеркивает некоторое постоянство архаической части психики. Я сейчас делаю упор на постоянство только для того, чтобы объяснить, что происходит дальше. Дело в том, что в культуре, которую мы называем потребительской, главной ценностью, в отличие от архаического постоянства, становится товар. А товар подразумевает разнообразие. Для того, чтобы потреблять, мы должны менять потребляемые фирмы, товары. Все должно очень быстро выходить из строя. Машину надо менять раз в год, мыльницу раз в месяц и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. На самом деле, это довольно радикальная смена культуры. Ее очень по-разному описывают, но суть ее заключается в том, что на смену принципу сохранения постоянства приходит принцип разнообразия или развлечения, который становится главной ценностью культуры. Так как наркотик, то, что мы называем наркотиком, в разных архаических культурах, они, растительные наркотики, являлись некоторой ценностью этих культур. То есть там происходила такая же история, как с алкоголем. То для Европы они все, начиная с сахара, собственно говоря, это первый наркотик, известный Европе, они становились в первую очередь товарами. Да? Ну, что такое сахар? Это ценность, обмен производился, торговый. Восточные сладости, Великий Восточный Путь и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому вот эта единая ценность, которая остается только в виде химической ценности водки, в мире потребительском, в мире, где торговля играет решающее, базовое значение, потому что торговля, принцип торговли, это, собственно, основа принципа демократии, чтобы вы это понимали, да? Ну, как бы, о чем вы смеетесь? Это так и есть просто. То есть, в смысле, я это не утрирую, это теория демократии общая. Ставить основу торговли, основу... Запутаться. Можно да. Еще раз? Да? Торговля является основой демократии, любой. Демократия держится торговлей, и самое главное демократическое право – это право свободной торговли. Без этого принципа демократия не возникает. Фиг с ней, с демократией. Я не про то. Я про то, что главное, чтобы вы поняли, в мире, где ценностью становится не постоянство, а разнообразие. Сегодня одна баба, завтра другая баба. Сегодня одна одежда, завтра другая одежда. Иначе неинтересно. Сегодня я в Москве, но все время хочу уехать в отпуск за границу. В разную за границу каждый раз. Смена впечатлений. Впечатления сами по себе являются товаром. Туризм – это форма товарного бизнеса, да, которая продает эти самые впечатления. Потребность у нас заключается в постоянных переменах. Вилы под задницей, ой, в смысле перед в заднице, да? Мы никак не можем усидеть на одном месте, в одном театре, в одной семье, в одной квартире. Нам все время хочется куда-то перемещаться, как-то меняться. Перемена в потребительском обществе становится ценностью. Потому что вы приезжаете в Испанию, покупаете одно, там приезжаете в Африку, совершенно другое, в Индию, там третье, там духовные товары в цене. В общем, как бы поэтому, с точки зрения, ведь Индия пытается жить в рамках традиционной культуры, да? Европы нет.
Поэтому некоторые ценности постоянства в ней постепенно исчерпывают себя. Точно так же, как и алкоголь. По сути, наркотик представляет собой высокодифференцированную форму духовного товара. Дальше вы наверняка все от меня слышали. Разница только в этом. Больше ни в чем. И в том и другом случае очень много плацебо-эффекта. Сейчас объясню, почему. И в том и в другом случае некое опьянение заменяет некую трансценденцию, то есть некий духовный позыв. Наркотик – это эмоциональный товар. Товар, который позволяет покупать эмоции, вместо того, чтобы их испытывать. Кому непонятно, поднимите руки. Например, наши любимые опиаты и героин являются всего-навсего, и не так мало, если Фрейда почитать, прямыми заменителями секса. Непосредственными, прямыми. Опьянение опиатами симулирует оргазм. Теплая война, волна расслабления поднимается по мышцам, такая теплая волна ударяет в голову. Человек полностью отдается на время этому ощущению, оно также быстро уходит. Это оргазм. И поэтому героиновые наркоманы не нуждаются в сексуальных партнерах. Они нуждаются в заботе. И поэтому они ищут девочек, мальчиков. Но это не про секс. Секс, ну так, для порядка. На самом деле они могут, принимая героин, годами жить без секса. Важно понять, что в некой традиционной культуре те же самые опиаты играли совершенно другую роль. Это их роль, когда они превращаются в товар. А товар требует вот этого разнообразия, дифференцировки. Марихуана, которая, естественно, играла совершенно другую роль в традиционной культуре, становится наркотиком, подменяющим общение. А общение не менее важная человеческая функция, чем секс. Собирается молодняк на тусовку, ну, например, одетый там, я не знаю, в стиле эмо или готов. Если в наши с Юлией Евгеньевной времена это как бы что-то означало по смысловому наполнению, ну, хиппи имели теорию, писателей, да, как бы философию, религию, в общем, очень много чего интересного, всякого, смысла, о котором они могли общаться. Эмма – это товар, это покупка внешнего вида. И ничего, кроме покупки внешнего вида, ну, может быть, еще какой-то музыки, их не объединяет. Вот мы раскрасились и собрались вместе. Нам нужно как-то провести время. Марихуана, которая при курении ее один на один с собой может вызывать неприятные эмоции, наркотик по определению коллективный. Это наркотик объединения. Люди, которые покурили хороший гашиш, ощущают, что некое единство, нежность друг к другу, взаимопонимание и, самое главное, время проходит гораздо быстрее. Мы пообщались и довольные друг другом разошлись. Через некоторое время мы не понимаем, как без косяка общаться-то. Это же... Но это, знаете, да, я всегда то же самое пытаюсь объяснить алкоголикам про алкоголь. Я все время говорю, сильно пьяные люди общаться не могут. Это не общение. Но если они ждут общения, они в этот плацебо-эффект могут вложить... в это состояние опьянения вложить чувство доверия к близким, например. Если они именно в нем испытывают потребность. Сейчас мы, захотите, вернемся к плацебо-эффекту. Я просто сейчас про наркотики пытаюсь дальше объяснить. Да? Как бы, что там у нас еще? Психостимуляторы. Все знают, что это такое. Фен нюхают. Для замены, собственно, волевого усилия человека. Что тоже является немаловажным. Да? У меня нет сил,
или у меня батарейка кончилась, дай нюхнуть, или просто, да, там, засосать, смотря какая лаборатория это делала. Собственно говоря, они являются и подменяют постепенно волю, потому что, лишаясь психостимуляторов, человек чувствует себя безвольным, лишенным сил, неспособным к действию. А то, на что мне я должен себя сконцентрировать и направить свои силы, я вместо этого просто нюхаю фен или кокаин. Да? Опять происходит, что постепенно я занюхал кокаин, и мне кажется, что я уже все сделал. Вообще это свойство определенного состояния человеческого, это свойство мании, гипомании, мании есть в психиатрии такие понятия. Когда человеку очень хорошо, ему кажется, что он уже завершил свое действие, схватился за веник, уже, кажется, пол подмел. Здесь происходит то же самое, да? То есть постепенно подменяя волевую активность, я начинаю подменять саму деятельность, целенаправленную, любую. Ну и, наконец, психодислептики, ЛСД. Да, это прямая подмена религиозных чувств, той самой трансценденции, прорыва к божественному, к метафизике, к откровению, к гениальности. Это можно очень разными словами называть. Естественно, то же самое ЛСД может применяться с понтами и без понтов, то есть с плацебо-эффектом и без него, так как, например, наркотик же имеет временной еще некий эффект, развитие эффектов, то ЛСД начинается с психостимулирующего действия. Поэтому на танцульках его галлюциногенного эффекта можно и не заметить, нужна определенная доза. То есть я имею в виду, ну, тех, кто, да, стал, если не наркоманом, то профессиональным использователем галлюциногенов. Неважно чего, мескалина, кактусов, кислоты или чего-то еще. А вот, собственно, и все. Вот и вся разница. Почему в наркотиках тоже имеет значение плацебо-эффект? Ну, я всегда объясняю так. Вот в Голливуде, как-то я прочел статистику давно, ну, в начале 2000-х, что продающийся там кокаин, он там очень дорогой, сами понимаете. Вот чек с кокаином содержит в себе 50% кокаина в Голливуде. То есть не в Лос-Анджелесе, а вот в студиях. Там это артисты, разбирающиеся в кокаине люди, я вам доложу. Вот. В Голливуде 50%. Представляете себе в Калуге там сколько процентов героина или кокаина содержится в чеке? Там, дай бог, там такое количество димедрола страшное, что очень часто опьянение похоже на димедроль. И поэтому человек тоже испытывает дифференцированный эффект, которого ждет. Но вообще эффект наркотиков в Европе не в смысле традиционных культур, а в смысле наркотиков в Европе. Это эффект товарный. Это попытка купить главные человеческие чувства. Не испытывать их, а купить. От этого возникает такое ощущение, знаете, тупости, когда вот общаешься с людьми. А, возвращаясь, все. Это все, что я вам хотел объяснить по этому поводу. Теперь вот дальше, что вы хотели меня спросить. И что непонятно в этом моем диком монологе. Сразу тогда можно по этой теме? Да? Угу. Получается, что человек, который не употребляет наркотики, не употребляет алкоголь, не, у него все нормально с чувствами, то есть он их испытывает, он не пытается заменить это, ну, купить эти чувства, правильно? Нет, не радуйтесь, это далеко не совсем так. Я не радуюсь, я хочу понять. А почему? Нет. Ну, потому что, ведь, понимаете,
Представляете, если главное, чтобы было сухо, есть ли прокладки, способные вызывать чувство абсолютного счастья, то это можно назвать наркоманией прокладок. То есть в чем-то другом? Ну, нет. Понимаете, вообще говоря, тут есть опять, почему я вот этот третий принцип, который вчера звучал на лекции, по поводу трансцендентного вспомнил. Понимаете, какая вещь? В некотором смысле это общеизвестная истина, правда? Человек может быть свободен где? Вот, внутри самого себя. Да, он может быть свободен только в некотором мире, который мы называем трансцендентным, миром воображения. Платон называл миром идей. Сверхъестественное, нереальное. Там да. А в мире некоторой реальности мы всегда обусловлены. И в этом смысле всегда зависимы. Потому что в строгом смысле этого слова можно сказать, что внимание, как одно из основных свойств сознания человеческого вообще, да, вот на что направлено мое внимание, от того я и завишу. Вот можно сказать, что я влюблен в волю, да, а можно сказать, что я от нее зависим. Практически, в определенном смысле, это зависит всего-навсего от взгляда. Да, ну, старый мужик тащится за молодой девушкой, как бы совсем с ума сошел. Зависимость надо лечить. И так далее, и тому подобное до бесконечности. Да? В чем тут проблема? Не понимаете? Как отличить тогда? Больше того, я вам хочу сказать, что вот это, то я тоже, я пытаюсь объяснить, что на самом деле. В некотором смысле, пользуясь сугубо нашей профессиональной терминологией, отличить это и нельзя. Нельзя. Потому что требует допущения некого идеального мира. А если мы исходим из реальности прыгающих блох, то это зависимость. Потому что, да? В чем все-таки разница в моей влюбленности в воле и в моей зависимости от воли? В целях. Ну какие там цели? Ну любовь, понимаешь? Любовь, я вот секс, гладиться, жить вместе. Сейчас, цель любви и цель зависимости не одна и та же. Такая. Зависимость, это я что-то требую, хочу получить от человека. Да ничего я от нее не хочу, я за ней... От человека, от препарата... Я за ней таскаюсь с преданными глазами. Ну правильно, вам необходимо, если вы зависимы воле, да, вам необходимо ее внимание, вам необходимо ее, я не знаю, принципиальные звонки. Не факт. Я обращаюсь к специалисту по зависимости Юлии Евгеньевне и говорю, Юль, влюблен, стихи пишу. С детства не писал, что я там со мной еще может происходить, она говорит, Саш, зависимость. Может, не зависимость. Галоперидол. Как раз любовь, а не зависимость. Ну как? Ну, тогда это же. Не я не пишу не стихи. Я же истории болезни перестал писать. До психологов не обращаю никакого нафиг внимания, не курирую работу корпуса. Что я там еще? Целую кучу всего не делаю. Я уж вообще про свою семью не говорю, да? Я это влюблен. Разница все-таки в том, что если вы влюблены. Вы ничего не требуете от человека, в отличие от зависимости. Но стой, я же пытаюсь объяснить, что с точки зрения моего коллеги, это еще хуже. Ну, с точки зрения вашего коллеги, это совершенно другая субъективная реальность. А мы сейчас рассматриваем исключительно вас. Что вы хотите?
Да, мы сейчас будем... рассматриваем меня как абсолютно имманентную реальность. Есть только одна реальность, и это я. Правильно. Поэтому, если Оля меня... Это правильно? Для вас. Для вас. Да, тогда из этого следует. Ах, она меня не любит? Вот дура. И никакой зависимости. Если я, это единственная имманентная сама себе если реальность. Если она меня не любит, вот дура, то это не любовь, это зависимость. Нет, наоборот, никакой зависимости. Она ж дура, я пошел к следующей. Какая зависимость? Если она дура, значит, вы ее не любите. Значит, была какая-то необходимость. Получить ее внимание, получить ее сердце, получить ее что? Зависимость – это разные вещи. Просто когда мы на это смотрим с точки зрения того, что вы зависимы, а вы на это смотрите с точки зрения того, что вы любите. Как различить-то? Можно ли с точки зрения разных реальностей, коллег, субъективный, как-то это различить или нет? Потому что иначе плохо дело. А зависимость как-то связана с тем, с желанием сделать кому-то хорошо, не только себе? Потому что любовь подразумевает... Я не могу, правда, честно. Сейчас я уже просто вышел в тираж, а в юности я, например, псих. Я не могу заниматься сексом, если моему партнеру нехорошо. Ну, честно, ну, так было. Все, я завязал. Ну, вот как бы это так, и что? Это значит, что я люблю? Да нифига подобного, честно говоря. Ну, в смысле... Совершенно не значит. Испытываю нежность, да, там. В том-то все и дело, что для того, чтобы это различить, нам, во-первых, нужно ввести какие-то представления о любви, и все эти представления будут трансцендентны. Они не будут иметь отношения к этой реальности. Любой моей субъективной современного человека, моей субъективной психиатра, да, мы будем с вами вынуждены обсуждать какие-то очень сложные вещи, сутью которых на самом деле является не имеющая... То, что нельзя пощупать. В смысле, я люблю, на самом деле, создает некоторое новое, мою новую личность, в которой, собственно, да, коллега и видит зависимость. Это новое существо, потому что я чувствую свою любимую, она чувствует меня. Она содержится внутри меня, я содержусь внутри нее. Образуется некоторое духовное единство. Это духовное единство – удивительная штука. Позволяет чувствовать себя абсолютно свободными. Потому что я не буду ревновать, поскольку если я внутри Вали, то я могу почувствовать на невероятных расстояниях, что она, в общем, ну там, может, волнуется, может, болеет, но она не изменяет мне. И я буду спокоен. Я могу ее спокойно отпускать, там, гулять в парк. Не опасаясь, что она на самом деле пошла на свиданку. Да? Это чувство связано с чувством доверия. Ну, я даже попробовал прописать это дело, книжку доделаем мы с Валей, которую я, вот видите, так использую в качестве образца. И я надеюсь, что у нас получилось что-то прописать. Хотя, ну, столько существует этих попыток, поэтических, религиозных, представлений о духовном браке, мистических работ. Но для нас это все, мы не придаем этому некоторого значимого смысла в реальной жизни. А дело в том, что без этого смысла любая любовь превращается в зависимость. Потому что она превращается в систему обладания. Я не влюблен на самом деле в Олю. Я хочу ее поиметь. Понимаете, какая штука? И неизвестно, чего будет после того, как я поимею. Наиболее вероятно, что я тихо-тихо-тихо свалю в кусты, поскольку я выполнил задачу свою, да, я удовлетворен.
я не люблю жену, а я пользуюсь ей в качестве посуды моечной, уборочной машины. Ну, машины, рожающие мне детей, которая должна мне народить детей, и как бы это мое продолжение. Там, детей я, может быть, и буду любить, но она вот... В чем проблема? Я всегда, ну не я один, многие очень философы пытались объяснить, что проблема в том самом разрыве разума. Это такое любовь, это такая работа, это такой труд, это такое усилие души. Да? Юля вот уже старая кляча, а я все еще люблю, потому что я вижу ту, вот ту 18-летнюю девочку, в которую я когда-то страстно был влюблен. Это требует от меня некой чуткости и некого признания реальности вот этой самой нереальной любви. Тогда я могу быть ей верен, потому что я сохраняю при себе это ощущение, что тот человек, который я любил, обратите внимание, постоянен. Он существует всегда, независимо от телесной оболочки. Но это требует от меня усилия, того, что мы называем верой. А все это существует трансцендентно, вне банки, с подпрыгивающими и стремящимися меняться блохами. Понимаете, какая штука? Вот когда я такое усилие трачу, обратите внимание, я на самом деле остаюсь свободен. Я люблю, и вместе с тем я свободен, потому что я могу спокойно, партнер это фактически я, да, мое другое духовное я. Партнер даже может мне сказать это, надоел ты мне, и уйти, а я все равно сохраню его в себе и останусь свободен. Поскольку вот это вот расставание физических тел, по всей видимости, и вместе со смертью, этого чувства не прерывает. И как только мы, да, вот это то, что я пытался объяснить, в том числе про современность, как только мы говорим, ну, это не современный взгляд на вещи, мы оказываемся просто в банке с товарной зависимостью. Понимаете, какая штука? Мы зависим от товаров. Женщина – это товар. Тут есть еще одна вещь, которую очень важно понимать. Забыл я ее дать в основополагающих принципах в первой части. Эту вещь я всегда описываю как принцип волшебной палочки, который все вы знаете по себе. И этот принцип волшебной палочки свойственен подростку, и означает он примерно следующее. Хочу Олю немедленно. Не завтра, а сейчас. Иначе нафиг не нать. А некоторый смысл вообще подростковости заключается, я это желание очень по-разному называю. Желание быть магом, например. Или мечтой Евы. Сейчас объясню, почему. Это признак незрелости. Незрелость подразумевает, что так как я только что крутил, вертел родителями, как хотел, то я хочу с реальностью делать то же самое. Мне нужна волшебная палочка. Я не хочу принципиально тратить усилия. Вот можно у психологов, психотерапевтов, астрологов, в общем, очень много таких мальчиков и девочков, у которых как только ты им начинаешь говорить о чем-то таком чуть более умном, пустеют глаза.
они к тебе пришли за волшебной палочкой. Вот ты им дай рецептик. И самое ужасное, что в ответ на эту волшебную палочку их же можно подсадить на любые таблетки. Они хотят немедленно, немедленно, да? Я все время пытаюсь объяснить. Это самый простой пример. Антидепрессанты современные. Жрет полмира. Самый распространенный официальный наркотик. Куда там героину? На самом деле потребление антидепрессантов гораздо выше и по объемам, и по цене в том числе. Я хочу сказать, а нужна человеку депрессия? Только что я про кокаин это объяснил. Я говорю, Оля, там, а можно я вас в ресторан приглашу, там, в кафе? Она мне говорит, понимая намек, она мне говорит, пошел ты нафиг, старый хрыч. И тут я что испытываю? Ну, в сущности, депрессию. Да? Ну, я сижу и думаю, действительно старый, действительно хрыч, действительно нету денег. Какая нафиг Оля, в общем, тебе? Но мне это необходимо, потому что только в состоянии депрессии я могу что-то осознать. Когда у меня все хорошо, я говорю, не хочешь меня? Надо же, какая дура. И ничего не осознаю. Иду к Гале. Понимаете, да? К Юле. Мы можем учиться, только когда нам депрессивно. Тогда нам нужны другие знания, другая информация, другой чувственный опыт. А когда у меня и так все хорошо, зачем мне учиться? Ты знаешь, сколько у меня денег? Блин, нафига мне учиться? А... Поэтому... Фактически взросление, ведь и сводится взросление, в том числе культуры, да, и сводится к формированию в ней некоторых постоянств. Или это еще можно назвать чувством верности. Ведь верным можно быть не только Оле, но и идее, да, вере, религии, культурным ценностям. Огромному количеству разных всяких вещей. Можно быть верным самому себе. Но вот эта самая верность, постоянство, требует усилия взросления. Это и есть взросление. А что такое наркотик? Недаром же Маккена в свое время, да, сказал, что яблоко, которого хотела Ева, было галлюциногенным грибом. Мы не обращаем просто внимания на этот факт. Он есть в книге «Бытия». Да Бог их там чему-то учил. Он их учил животных именовать. Они, в общем, там по-своему работали. Райский сад убирали. Животных именовали. А хотели быть как боги, запятая, немедленно. Понимаете, какая штука? Немедленно, не учась, а прямо сейчас. Поэтому змей, будущий крупный товаропроизводитель, и предложил им яблоко, прокладку счастья. Вот сожрете яблоко, и все, будете как боги. Прямо сейчас узнаете, что такое добро и зло. Адам и Ева, конечно, выходя из рая, были детьми, да, в некотором метафорическом смысле этого слова, поскольку они выходили в какой-то абсолютно неизвестный им мир. Вот первый шаг взросления – это отказ от волшебного яблока. А наркоман и алкоголик тоже. Это человек, который не хочет взрослеть, это человек, который обнаружил волшебное яблоко. Таким волшебным яблоком может быть и человек. Наши орлы все как один ищут жениться.
любовь они будут испытывать? Да нифига подобного. Жену они представляют себе волшебным яблоком. Она будет мыть, стирать, убирать, готовить, устраивать на работу. И надо вам сказать, что, ну, скажем, настоящая, правильная, например, армянская жена или абхазская, именно так и делает. Мужчина там, Адам, который, она его отправляет на работу, он там работает. Но решает все она, абсолютно. Это так, я для примера, я просто пытаюсь вам объяснить, что это такое. Валя, между прочим, дала мне блестящий термин «волшебная девочка». Очень многие наркоманы ищут волшебную девочку, не секс, а волшебную девочку, которая, обратите внимание, будет время от времени заниматься с ними сексом, обстирывать, обглаживать, заодно давать советы, как себя вести с другими девочками. Добавишь что-нибудь? Или я все сказала? И если вы обратите внимание, я же не случайно про прокладки. Любая торговля, что такое? Создать идеального потребителя. Это человек, который все время верит в то, что он покупает себе счастье. То есть это человек инфантильный, который все время жрет разные формы, разные яблоки познания добра и зла. Ну, там в виде прокладок, знаете, как это. Я все время вспоминаю, была такая реклама замечательная, ну, шутливая, про, по-моему, Спрайт или 7-Up, не помню. Вру, про Миринду. Вот, там космический корабль с красавицей летит. И, значит, на красавицу нападает чудовище. А спасатели, летящие на соседнем космическом корабле, они не бросаются спасать красавицу. Они заняты. Пьют миринду. А, ну, просто замените это героином, и все встанет на свои места. Да? Хотя, конечно, никто на это не намекает. Из создателей рекламы, боже меня упаси. Это просто принцип торговли. Человека надо оставить инфантильным, не задумывающимся, для того, чтобы он потреблял. Это поэтому наркоманы с таким удивлением, они этого логически, конечно, воспроизвести не могут, но они же в сущности делают то же самое, что им советуют с экранов телевизора. Они потребляют. И поэтому, уж извините, но в алкоголиках правда. Больше сакральности. Вот если вы с ними поговорите, многие из них вам прям так и скажут, что это некое священное такое действие. Среди них даже слабоумных попадаются люди, которые... Если такой вот разговор возникает, у меня, по-моему, на видео это есть, они вам скажут, что они так с Богом разговаривают. А у наркоманов ничего этого нету, ну, кроме тех вот ЛСДшных, которые программно, да, создают из этого религию. Они потребляют и хлопают глазами, потому что никак не могут понять, что все потребляют, и они тоже. Ну, вы покупаете там, я не знаю, машины, а мы героин. Ну и что? Понимаете, какая штука? Ну вот вам нравится то, а нам это. В чем проблема? В зазоре. Во-первых, нет языка разума, который бы объяснил, что значит, например, алкоголь в культуре. Ну, просто его нет. Потому что еще одна очень важная особенность, она вытекает из инфантилизма, волшебной палочки. Человека надо оставить без образования и языка. Он, для того, чтобы потреблять, он на самом деле должен не просто не задумываться, потому что все так или иначе задумываются, человек же разумный, он должен не уметь описывать свои чувства. Он должен не уметь думать о себе. Он себя должен бояться. Как боялся себя, да, вот этого
непонятного чего-то выраставшего у него в сознании Адама. И тогда мы будем бегать за яблоками познания добра и зла, бегом и по-разному. Чего непонятного? Темно, муторно. Поэтому я все время говорю, что нет никакого лечения алкоголизма и наркомании. Ну, кроме там, да, ну, обмен веществ, конечно, надо в порядок приводить. Вещество-то токсическое есть, а весь этот процесс, как в школе, это процесс воспитания и умения называть свои чувства, думать о них. Это вот, вот это Юлия Евгеньевна очень точно почувствовала уже давно. Как дети. Они не задумываются о том, что такое я. Для них даже Бог постепенно становится водкой. Ну, Бог это... Вот жены нет. А вместо нее есть такая сила, которая сидит в церкви и, в общем, раздает каждому по сусалам. Кому вот счастье, кому несчастье. Она с человеком, эта сила, никак не связана. А это вот внешнее управляющее начало, которым, в общем-то, можно управлять. Если ему правильно служить, он даст денег. А если неправильно, то, в общем, пришлет страшного дьявола, и тот будет, в общем, всякие бяхи творить.